Торгово-консультаційний центр «Зелений світ» – це унікальна можливість протягом року придбати насіння квітів, сільськогосподарчих культур, посадкового матеріалу, мінеральні добрива, ґрунт, хімічні засоби захисту рослин, садовий інвентар та інші необхідні товари високої якості та за доступними цінами. До ваших послуг – студія ландшафтного проєктування з професійними консультаціями фахівців. Мережа центрів у нашому регіоні знаходиться за адресами у місті Лисичанськ, вулиця Червоногвардійська, 63, у Сєвєродонецьку, проспект Хіміків, 37А, у місті Рубіжне, вулиця Менделєєва, 27. Торгово-консультаційний центр «Зелений світ». З повагою до природи, з турботою про врожай. Цвітіння персикових дерев є феєричним видовищем. Квітучі, пахучі сади притягують до себе навесні, немов магніт. Персик прикрасить будь-який куточок саду і навесні, і влітку під час плодоношення. Плоди персика володіють цінними дієтичними властивостями. Вони корисні та смачні. Більшість з нас хотіли б виростити на своїй ділянці персик. Хтось вже це зробив, а комусь не вдалося, адже персик – вибаглива культура. Як виростити здорове дерево і отримати хороший врожай, розповідає Дмитро Резніков. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о южной культуре, будем говорить о персиках. У вас уже достаточно взрослый сад, и я так полагаю, что в этом году вы снимете полноценный урожай. Как же вы добились такого? И можно ли такой вот сад вырастить в нашем регионе? Поделитесь своим опытом с нашими телезрителями. Первое насаждение персиковых деревьев я сделал в 2009 году, когда предпринял поездку в Кривой Рог к известному персиководу, украинскому дядюре Александру Ивановичу, где я привез коллекционные сорта персиков. Вот, и мы сделали посадку, значит, по интенсивной технологии. Как видите, здесь у нас деревья расположены довольно-таки интенсивно, через 2,5 метра в ряду, и междурядье также 2,30. Также мы предприняли поездку в Артемовск, где приобрели некоторые сорта, такие как Red Haven. Вот, значит, и первое время, пока мы не отладили технологические приемы, значит, прошли, соответственно, через определенные ошибки. Вот, значит, были потери большие у нас, и несколько лет мы восстанавливали как бы сад, персиковую рощу, для того, чтобы все-таки создать ее в цельном, законченном виде. Даже, как видите, некоторые деревья до сих пор вот, не переносят суровые зимы. Такой была зима у нас 2011-2012 года, когда южане, южные деревья, как Вавиловский, в частности, вот, он, дерево полностью погибло из-за морозов. Погибла не только плодовая почка, генеративная, и вегетативные почки погибли, и погибла древесина. То есть полностью дерево погибло. Полностью. Это несмотря на то, что мы выполняли все необходимые мероприятия по уходу деревьев в зиму. То есть прицельные круги мульчировались и делалась благозарядка. Мульча высотой 20-25 сантиметров. Выполнялось все по технологии правильно. Несмотря на это, такие южане, значит, деревья южного происхождения, у них морозостойкость почек 24-25 градусов. Значит, они могут как бы страдать, потому что зимы у нас бывают довольно-таки суровые, особенно вот эта зима показательная была 2011-2012 года. Значит, в нашем регионе, получается, культура персик является нестабильной по плодоношению. Но вот эта зима была очень мягкой. И не только для персиков, но и для остальных деревьев, потому что очень намечается неплохой урожай и по яблоням, и остальным культурам. И, как видите, все плодовые почки практически
были сохранены, отлично прошло цветение, и мы нормировали уже плоды. То есть убирали много лишней завязи, которая образовывалась на плодоносящих веточках. Там у нас гора лежала зеленых сорванных побегов. Вы говорили только что об ошибках, которые допустили в выращивании персиковой рощи. Давайте поговорим об этом, чтобы в будущем наши телезрители не допускали их. Основная ошибка, я считаю, на первом этапе – это неправильная планировка персикового сада. Значит, если предусматривается интенсивная технология, то есть, соответственно, необходимо делать и формировку. Значит, в частности, вот это дерево сформировано в виде V-образной системы, татура так называемая, V. У него два ствола. У него два ствола, которые уходят у самого земли, развилка. Значит, такие деревья надо резать коротко при посадке. Значит, это уже, кажется, посадочная обрезка. То есть на высоту где-то около полметра от земли, а то даже и ниже. То есть это формировка даже, можно сказать, кустами или двумя скелетными ветвями. Это ошибка номер один. Да, значит, если люди садят просто дерево, персиковый саженец, который покупают, которого не было, крона сформирована, предварительная обрезка, значит, зачастую ничего не обрезается, оставляется много веток. Значит, особенно когда посадка делается весной и уже в последние сроки, когда наступает жара, значит, и корневая система еще не образована, всасывающие корешки и веточки эти высасывают влагу, значит, с древесины, и такие деревья могут быстро погибать. То есть необходимо посадочную обрезку выполнить коротко, значит, сам штамбик ориентировочно где-то полметра, и веточки, которые на нем есть, укорачивать на 1-2 почки. То есть, чтобы верхняя почка как бы была всегда наружу, раскрывала крону. Чтобы это было, не было дерево с отхождением ветвей под острыми углами. Крона должна быть раскидистой? Она должна быть раскрытой. Для персика наилучшими формировками считаются чашевидные кроны. В форме чаши, открытая чаша на юг, это три скелетных ветви первого порядка. Вот, открытая чаша на юг, юг у нас здесь. Ну, покажите, пожалуйста, на примере своих деревьев. Значит, можно показать. Это... Так, ну вот, допустим, вот взять вот это дерево. Вот, как видите, тут три скелетных ветви первого порядка. Это у нас посол мира. Таким образом сформирован. Значит, с юга всегда попадает солнце. Для персика нужна максимальная освещенность, потому что эта культура южная. Она требует максимум тепла и она не любит загущенности. То есть открыто должно быть желательно на юг, чтобы было... Здесь свободное пространство, чтобы заходило солнечный свет и проветриваемость была. Значит, плоды приобретают окраску наилучшую на солнечной стороне. Значит, в теневых зонах плоды слабо окрашены, вкусовое качество может быть хуже у них. И затененность приводит к ухудшению закладки плодовых почек. То есть желательно, чтобы дерево имело такую вот крону, которая полупрозрачная была. Значит, чашевидные, они наиболее распространены. Это мощные деревья с большими раскидистыми кронами. Значит, если интенсивные, делать насаждение, вот как в нашем варианте, допустим, можно делать не чашевидные, а вот как бы татурообразные. V-образная буква V латинская, вот две скелетных ветви. Значит, это более интенсивно. Еще интенсивнее получается, значит, 2500 деревьев на гектаре можно насадить таким образом. По схеме 1,3 метра в ряду и 4 метра между ряде получается. Вот. Можно делать колонновидные формировки в форме колонн, высоких колонн. Но такие деревья обслуживать неудобно, надо обслуживать на лестницах. И их режут всегда коротко. На 1-2 почки. Вот. Но эти как бы формировки больше характерны для юга. Вот. Для нас они менее характерны, но если кто выбрал такую формировку, нужно больше зеленых операций проводить. Есть ли ограничения по высоте? Какой высоты должно быть персиковое дерево? Высота персиковых деревьев зависит от сорта, то есть это сортовая особенность, сила роста, и зависит от подвоя. Значит, тот подвой, на котором привито дерево. Подвой Pumiselect, хороший немецкий подвой, он уменьшает, значит, размеры кроны, значит, до 30% от ее высоты, которая может быть. Значит, подвой, качество подвоя также используют миндаль. Миндаль, он тоже как бы карликовость придает, дикий миндаль. Значит, дикий персик используют в качестве подвоя, либо же алычу или абрикосу. Значит, это все подвои. Но алыча и абрикос – это сильнорослые подвои. Значит, на таких подвоях деревья получаются очень высокими. Поэтому для интенсивных насаждений желательно иметь в качестве подвоя миндаль, либо дикий персик, получится, либо Pumiselect. Дмитрий, вы упомянули о нормировании плодов. Давайте расскажем телезрителям, что же это такое.
Нормирование плодов можно выполнять двумя способами. Первый способ нормирования изначально выполняется обрезкой. Обрезка персика выполняется всегда весной по результатам перезимовки. Значит, и она выполняется по розовому бутону, когда уже видно, значит, где какая зависть, где какой цвет, значит, сколько живых почек генеративных осталось, то есть плодоносящих, которые это будущие бутоны, будущие плоды. Значит, это делается обрезка. То есть обрезкой можно изначально нормировать плодоношение. То есть система обрезки здесь выполняется как на винограде. Есть первый способ обрезки. Значит, оставляется плодовая ветвь. Вот, обрезанная, допустим, на 8 почек, и ниже расположенная обрезается на 2 почки, сучок замещения, так называемая. Система, как на винограде, плодовые звенья. Значит, второй способ, выращиваются длинные ветви, значит, формировка плакучая ива. Значит, эти ветви, когда они вот так вот до земли клонятся под тяжестью плодов. Под тяжестью. Да, мы покажем это на других деревьях. На других деревьях, вот. Значит, здесь на макушке выстреливают, вот такие вот жировики. На самой большей точке, как бы, вот, это будущие замещающие ветви. Значит, вот это ветви, которые отплодонашивают эти побеги, они обрезаются весной, а на их места ложатся вот эти вот высокие, выросшие с макушек, вот такие вот замещающие. На замещение. Да, это формировка плакучая ива. То есть здесь, получается, длинные ветви, они до самой земли вот плачут. Таким способом, да, да, и плоды висят до самой земли. До самой земли, до кончиков. Значит, но в этом случае, когда прошло сильное опыление, хорошо, как бы это тоже не очень хорошо получается. Значит, здесь, когда дерево перегружается плодами очень сильно, эти плоды мельчают. Вкусовое качество их не ухудшается, точки роста побегов как бы замирают. Значит, в данном случае все у нас растет, значит, но при перегрузе они начинают замирать. Значит, и плодовое образование плохо закладывается на таких побегах. То есть на следующий год можно получить плохой урожай на таких несформированных побегах. Да. Поэтому необходимо выполнять нормировку вручную. Значит, что это такое? Значит, при нормировке вручную нужно предусмотреть расстояние между плодами ориентировочно 10-15 сантиметров на вот таких вот веточках, которые как бы не сильно мощные. 10-15, некоторые средней мощности веточки, тут можно как бы немножко погуще дистанцию. Да, все зависит от ее как бы силы, чтобы она плодами не ломалась. Желательно нагрузку делать равномерную, то есть от самого основания выхода ветки со скелетного, вот, скелетной древесины, значит, и равномерная по длине ветви, где-то ориентировочно через 10 сантиметров, чтобы плоды находились. Те плоды, которые прикрепляются вот к скелетным ветвям, как бы, они имеют лучшее прикрепление, здесь можно как бы их оставлять больше. Вот. Но в любом случае, после нормировки должна получаться примерно вот такая картина. То есть, чтобы не было вот таких больших групп, множества, которые висят вот в средней части на кончиках и ломают ветви. А питание достаточно будет вот такому количеству на одной ветви персиков? Значит, если делать вовремя поливы, необходимые подкормки, вот, в данном варианте я считаю, что это дерево пронормировано таким образом, что оно способно потянуть эту нагрузку и дать плоды высокого качества и довольно-таки крупного размера. Полив, обработка от каких-либо болезней и подкормка, вы только что об этом сказали. Расскажите поподробнее. Значит, после того, как видны результаты опыления, прошло у нас опыление, зависть образовалась, сейчас необходимо в фазе роста плодов делать поливы. Значит, как часто? Поливы можно проводить, это все в зависимости от температуры воздуха. Значит, при сырой влажной погоде часто их не нужно делать. Значит, такая погода для персиков губительна, в принципе, потому что камень течения начинается, вот с плодов выделяется клей, вот у нас прошел дождь недавно, вот пошел, и начинался выделяться клей. То есть дерево, это культура южная, он не любит как бы вот эти все дожди, низкую температуру положительную, сырость как бы не его. Значит, если жарко стоит, жара, значит, поливать можно как бы раз в неделю, даже, ну, если средняя температура, чередование там жары и более прохладного, значит, тогда можно раз в две недели поливы делать. Желательно мульчировать приствольные круги, чтобы удерживалась влага. Как видите, у нас замульчированные приствольные круги перегноем сапцом. Вот, и в этом варианте он является как бы удобрением. Вот, и через эту мульчу мы делаем поливы.
Значит, там в перегной сыпце содержатся уже микро-макроэлементы, азот, фосфор, калий, как бы. Вот, посадочная яма также была положена, удобрение предпосадочное, поэтому деревья хорошо развиваются. Вот, и мы не делаем ни корневых подкормок, как бы, ни комом и другими препаратами. То есть достаточно корневых подкормок в этом случае. Обрабатывать сейчас необходимо против курчавости. Курчавость у нас бывает обычно конец мая, начало июня месяца, то есть когда еще прохладные как бы ночи, сырые, роса, а днем температура высокая, курчавость. Препараты, фунгициды. Как часто обрабатываем? Обрабатываем, значит, за сезон надо деревья обработать хотя бы три раза. Значит, периодичность обработки. Значит, против грибковых заболеваний раз в 3 недели, раз в 4 недели. Против сосущих вредителей, таких как тля. Здесь надо смотреть по ситуации. Если тля будет, как бы, она бывает, что заражается от соседних деревьев, тля бывает, 14 поколений дают. Значит, тлю надо не ждать, пока она заразит много деревьев. Если увидели очаги этой тли, надо обработать как бы весь сад персиковый, чтобы ее уничтожить на корню. Но вы посмотрели сейчас на деревья, здоровые деревья, без да, тли? Да, у нас в данном случае эти деревья как бы здоровые, а ну, были поражения тлей. Я обрабатывал вот тлю буквально вчера. Значит, еще такие болезни, как курчавость, это болезнь, вот она выражается. Ну вот, я вижу, да, на этом персике. Да, вот это вот проявление, значит, сморщивается. Это даже вот больше не курчавость, это больше получается, это не курчавость. Что это? Это у нас клеостероспориоз. Клеостероспориоз. Вследствие чего появляется эта болезнь? Значит, это все грибковое заболевание, это гриб, который поражает. Вот такие малиновые. Пятна, там пятна. Дырки могут быть, и кайма 4-6 мм, значит, клеостероспориоз и курчавость, и это такие грибковые заболевания, то есть не нужно доводить до того, чтобы они сильно поражали деревья, поскольку угнетается рост. Опять-таки нужна обработка химикатами. Да, 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 значит, химикаты, это фунгициды, такие как хорус, например, значит, хорусом мы работали в этом сезоне. И против тли такие препараты, как тара, интавир, Б-58. То есть те, которые могут. Скажите, обработку уже получило это дерево? Да, эти деревья получили обработку. Значит, результаты уже будут видны через несколько дней. А пораженные участки вы потом обрезаете, удаляете? Вот, если смотреть, допустим, вот обработанный лист, значит, этот лист поражен клеостероспориозом частично, и тут же тля. Вот она. Ну, тля погибла. Тля, видим, что она погибла. Значит, препарат был использован Актара. Против тли. Значит, мы удаляем вот эти участки или не удаляем? Да, вот такие листья можно обрывать, участки эти можно обрезать, потому что здесь получается нарушение. Значит, могут деформироваться почки, значит, такие плоские побеги становятся, неразвитые, нехарактерные, они плохо плодовые почки закладывают. Значит, те, которые участки были высосаны тлей, их лучше обрезать совсем. И чтобы восстановилось где-то с боковых почек или с преждевременных побегов. Вот, второго порядка, значит. То есть после обработки сразу же можно и удалить эти участки? Да, эти участки можно удалить. Дмитрий, в вашей персиковой роще встречается очень много сортов персиков. Есть и нектарины, есть и инжирные персики. Но я сейчас хочу, чтобы вы рассказали о новинках. В этом году плодоношение практически всех деревьев. Вступили в плодоношение в прошлом году у нас такой новый сорт, как посол мира. Значит, было 3 плода, очень крупных плода, желтомясая, хрящеватая, мякоть оранжевого цвета, очень ароматный. Отделяется косточка очень хорошо от мякоти. Значит, мне он очень понравился по вкусовым качествам. В этом году его плодоношение уже будет под нагрузкой. Будем смотреть его уже во всей красе. Значит, еще из новых сортов, это старый сорт, но у нас будем считать, что он новый, потому что он не районированный, это южный сорт, называется Никитский. Вот, Никитский. Плоды у него до 200 грамм. Вот, довольно крупные. Видите, какая у него вытянутая форма. Такие удлиненные, сплющенные. В чем преимущество этих сортов?
Значит, преимущество этих сортов в том, что, значит, основное, как бы, направление у меня взято на желтомясые сорта персиков, поскольку они обладают наибольшей товарностью, они не портятся так быстро, как беломясые, поскольку на беломясых при нажатии, допустим, пальцами на плод просыпают сразу темные пятна, они теряют полностью товарный вид. Желтомясые эти пятна не выделяют, как бы, они более плотные по своей структуре, у них хрящеватая мякоть, как правило, вот, они большой аромат имеют, значит, и более товарные, привлекательные такие сорта. Значит, такие как Никитский, Посол Мира, это все из этой серии сорта. Значит, Посол Мира также огромные плоды, до 300 грамм. В том году были 310 грамм плоды. Значит, дальше из новых сортов заплодоносит у нас впервые инжирный персик, сорт Бельмондо. Вот такие вот плоские плоды. Такой вот формы, сплющенная. Значит, урожайность его довольно-таки высокая. После нормировки мы оставили здесь их немного, поскольку первое плодоношение. А плодов было довольно-таки большое количество, да. Вот, как видите, мы его сильно не нагружаем. Значит, заявленный размер до 150 грамм. Он теряет в объеме за счет того, что у него форма торообразная. Поэтому как бы вес его не бывает таким крупным, как у настоящих персиков. Но у него очень оригинальная форма. Как видите, очень красивая такая вот декоративная форма. По вкусовым качествам вы уже определите после созревания плодов. Да, первое плодоношение, значит, должен быть желтомясый. Значит, это мы будем делать дегустацию уже по созреванию. Дальше. Старые проверенные сорта, такие как Гринсборо, Киевский ранний. Значит, эти сорта выдерживают морозы в нашем регионе. Они выведены специально по нашему климату. Значит, зиму 2011-2012 года они отлично перенесли. И здесь плодоношение было, и ветки до самой земли клонились под урожай. Мы ставили подпорки. Значит, это стабильно надежные сорта. Но это сорта, у которых не сильно крупный плод, и у них белая мякоть, беломясые сорта. Да, вкусовое качество у них могут уступать желтомясом, как бы, но надежный, как бы, стабильный сорт. Значит, хочется упомянуть отдельно о таком сорте, как Инка. Значит, хотя в этом году нет плодов у него, но в том году висел здесь огромный плод. Значит, этот сорт обладает очень крупным размером плода, очень крупным. Размер его достигает 500 грамм. Форма этого плода, значит, удлиненная, с очень длинным носиком. Очень длинный, очень красивый. Он желтомясый, даже оранжевого ярко-горячего цвета. Значит, у него хрящеватая мякоть, аромат, отделяется он кусочки. Значит, прекрасный сорт. Значит, это огромный сорт, но немножко у него морозостойкость почек генеративных, немножко, да, на уровне 24 градусов. Поэтому в отдельные годы он может подмерзать. Вот. Это молодой саженец? Это молодой уже саженец, он немножко у нас почему-то подмерзший, да? Да, хотя в том году тут был плод. Значит, мы заново формируем сейчас крону. Значит, дальше. Хочется упомянуть о таком сорте, как Red Haven. Red Haven. Этот сорт насаживают плантации. Плантациями целыми, вот в Европе его до 70% насаждений именно этим сортом, Red Haven, «Красные небеса» в переводе с английского. Значит, это шикарный очень сорт. У него настолько плотная мякоть, выделяется аромат, проходишь мимо этих деревьев и слышно запах этих персиков. Значит, они ярко-горячего цвета. Значит, ну, это превосходный сорт и очень крупные плоды. Уже подпорки стоят, да, под ветвями? Да, значит, поскольку ветви длинные и урожай тянет, как бы, нагрузка их до земли, эти ветви, мы сделали такие растяжки, подвязали, вот, на такие перекладины, опоры, да, значит, мы делаем это подвязка, потому что это необходимо выполнять, потому что на тонких ветвях скелетных, как бы мы ни нормировали, но все равно, как бы, они имеют длину, и под тяжестью они наклоняются к земле. Чтобы слома не было. Да, могут ломаться, и когда на земле плоды лежат, это тоже неправильно. Они должны быть в воздушном положении, подвешенном. Вот, из новых сортов также у нас плодоносят вот тут. Как видите, интересная ситуация тут произошла. Значит, это сорт Команч. Команч. Деревце совсем маленькое, и плодик у него на штамбе отбило. Значит, оно, этот плод растет, и я так думаю, что он созреет. Посмотрим,
оценим его вкусовое качество. Это впервые, качество. Да, он заплодоносил, да, этот впервые. Сорт? Да, впервые, на штамбике причем. Ну, это нормальное явление, да, плодоносить на штамбе? То есть вырастет и созреет полноценный плод? Да, будет полноценный плод. В том году у нас такая ситуация была с инкой. Инка, значит, не имел практически большого прироста, были ветви около земли, я формировал крону его, а на самой макушке после цветения завязался один плод. Это был голый штамп, то есть там не было в средней части никаких веточек, и этот плод как бы все равно рос, и он вырос прекрасно. Дмитрий, в нашем разговоре вы упомянули о том, что некоторые сорта не выдерживают наших морозов. Скажите, можно ли защитить взрослое дерево от заморозков? Основными мероприятиями по защите деревьев от заморозков являются, значит, мульчирование пестовольных кругов и влагозарядка. То есть корневая система – самое слабое звено персиковых деревьев. Значит, она может вымерзнуть первой. Поэтому недопустимо никаких трещин, чтобы в земле было, чтобы сухая земля, туда попадал мороз. Значит, обязательно. Газорядка и мульчирование – это две, как говорится, аксиомы, что это делать нужно, необходимо каждый год. Дальше, пока деревья молодые, деревья, их можно еще укрыть, типа вот шатровое покрытие сделать, это можно поставить вокруг поля, одеть какие-то мешки из полипропилена или вокруг обложить там кукурузой, ну, именно стволами вот такого плана, или камышом обкладывают, вот, и даже более взрослые деревья обкладывают, в более северных районах, у кого есть возможность, значит, таким образом защищать. Маты соломенные, соломенные можно маты можно делать, да, такого плана. Но когда деревья очень большие уже, вот они, конечно, так с ними не поработаешь. Значит, здесь необходимо такие мероприятия, как качественное обозревание вот этих вот плодовых веточек этого года. Значит, для этого они должны вызреть, чтобы уйти в зимовку, перезимовать. Хорошо. Также это можно работать препаратами калисодержащими. Тот же самый плантофол и так далее. Значит, это не корневые подкормки проводить для вызревания как бы древесины. В течение лета или осенью? В течение лета и осенью. Пока еще лист как бы держится. Значит, еще одним очень важным мероприятием является посадка персиковых деревьев в защищенных местах. То есть, чтобы они не были на открытых площадках, продуваемых ветрами северными, потому что иссушающее действие этих ветров как бы приводит к гибели целых веток. Они могут погибать, деревья, от этого. Морозобоины также могут влиять. Значит, это у нас оттепели, когда февраль-март, морозобоины появляются. Значит, можно делать побелку штамбов известью. Вот это тоже мероприятие по защите деревьев от морозов. Вот, и стремиться, значит, высаживать деревья в защищенных местах. Где-то вот между строениями, более южные варианты, чтобы не было как бы открытых ветрам северным. Это наилучшие варианты считаются. Выбирать более южную сторону? Да, более южная, восточная, западная. Значит, ну, не северные склоны, потому что у нас как бы зона рискованного такого садоводства, особенно по таким деревьям, как персик. Поэтому надо как немножко вот применяться к этой культуре. А можно ли защитить взрослое дерево, взрослый персик, от мороза в его крону? Попытаться сделать такую защиту формировкой самих деревьев. То есть подрезку делать таким образом, чтобы ветви были немножко как бы поникающие, чтобы они не уходили высоко в небо. Это неудобно в качестве обслуживания деревьев. И подрезать не очень удобно, и собирать плоды как бы не очень. Значит, это подрезка. Значит, и еще мероприятие по защите как бы от заморозков, это является у нее корневые подкормки, чтобы вызревала древесина, очень довольно-таки качественно. Такие подвои, как миндаль, значит, на них древесина может долго вызревать очень, даже в зиму ходить зеленой. То есть нужно помочь, да, какими-то подкормками? Да, значит, подкормками нужно помочь, калисодержащими. Это уже вторая половина вегетации, когда уже, значит, закладывается плодовая почка, вызревают побеги и, значит, подготавливаются деревья к зиме. Это уже август месяц. Сентябрь. Значит, таким способом. А в остальных случаях, значит, на высоте 2 метров от земли температура как бы выше бывает зимой на 4 градуса. Ориентировочно 4 градуса, значит, и это в общем касается всех культур. Как бы виноград наверху лучше зимой, чем на уровне полметра от земли, там морозы скапливаются. Значит, ну, вот это основные мероприятия. А защита от грибковых заболеваний является первым необходимым мероприятием по уходу за персиками. И обрезка является вторым необходимым мероприятием. Нормирование урожая – это третий. Если, как говорится, деревья перегружены урожаем, значит, соответственно, и ветви очень плохо вызревают. Значит, это в комплексе, проводя все эти мероприятия, мы добиваемся стабильных результатов. Дима, ну и мы перешли к гордости. Да, у вас в персиковой роще есть нектарин. Расскажите о нем поподробнее. Значит, нектарины. Как видите, у них нет опушения. Это гладкие персики.
Вот такой формы они вытянуты. Интересный сорт. Еще его называют лысыми персиками. Значит, у них такая как бы сливовая, у них шкурка такая гладенькая. Значит, и многие как бы предпочитают нектарины употреблять, поскольку у них нет этого пуха, который свойственен некоторым сортам. Вот некоторым людям он не нравится. Значит, а вот здесь этого пуха нет совсем. Значит, вот первое плодоношение нектаринов. Ну, мы оценим в этом году его форму, внешность и вкусовое качество. Ну, по вкусовым качествам, ведь они практически такие, как и персики. Значит, ну, у них есть кое-какие отличия, получается. Значит, а эти отличия мы как раз будем оценивать во время дегустации. Дмитрий, ну и в заключение нашей передачи практические советы телезрителям. Начиная с конца мая, июнь, июль, август, нужно выполнять дополнительные зеленые операции на персиковых деревьях. Значит, не дожидаемся мы весны следующего года, когда будем делать раны, подрезка древесневших ветвей. Значит, мы ненужные ветви, сейчас вот эти побеги вырезаем. Значит, проводим зеленые операции. Значит, вырезаем так, чтобы оставалось кольцо 1-2 мм, такой валик около скелетной ветви. Там, значит, вот здесь вот сбоку находятся еще спящие почки. Чтобы их сохранить, надо сделать небольшую дистанцию. Если будет дерево повреждено заморозками, со спящих почек оно отобьет. Отобьют как бы побеги с этих почек. Проснутся почки. Да, значит, вырезаются во время зеленых операций ветви, которые идут вовнутрь. Они загущают крону, идут неправильно. Значит, таким образом, вот эти не нужны. Значит, вы как бы держите открытую чашу на юг. Значит, все, что торчит вовнутрь, это убирается. Вот таким способом. Вот эта ветвь тоже не нужна нам в данном случае. Значит, мы поддерживаем формировку. А вот это? Эта ветвь нам тоже не нужна, поскольку она находится очень низко. Значит, вот это также. Значит, вот эта ветвь торчит вверх. Можно его частью древесины вот так вот обрезать. Значит, вот раскрывается крона у нас на внешнюю почку. Это очень правильно таким способом делать. Значит, вот это также убирается, поскольку низко расположенные ветви под урожаем наклоняются к земле, и все лежит на земле. Значит, этого не нужно делать. Значит, вот это также у нас лишняя веточка. Вот. В целом здесь получается вот такая у нас система. Открытая чаша. Да, как бы чаша, но она немножко не открытая, некоторый запас имеет. Вот, видите? Значит, в данном случае она открытая пока. Но это как бы резервные ветви. Их можно держать в резерве. На тот случай, если что-то может случиться с вот этими вот ветвями основными. Значит, вот этот я убираю. Значит, также можно убрать вот эту. Вот эти, которые вовнутрь. Загущают крону. Они создают загущенность. Да, ветки. Создается загущенность. Вот так, таким способом. Вот, значит, вот частично я разрядил. Значит, также вот эта ветвь. Вот, значит, видите, сейчас мы немножко приводим порядок таким способом. Дмитрий, а я вот тоже вырезала бы вот эти две ветви зеленые. Вы почему-то оставили их. Значит, можно вырезку сделать и этих, значит, дистанцию. Где-то, значит, развилку здесь надо выполнять скелетные ветви второго порядка, чтобы от первого порядка они отходили через где-то 40 сантиметров. Но если у нас очень низко, как куст, получается, можно первый ярус сделать на этом уровне, второй ярус на этом уровне. То есть, в принципе, можно вот эти вот убрать, как вы говорите. Вот, таким способом. Все, этого достаточно. Да, значит, вот это вот сейчас зеленая операция. Если будут отбивать такие же побеги, которые вертикально растущие, вовнутрь, вниз расположенные, их надо удалять сейчас в травянистом состоянии, поскольку вот эти ранки, они очень хорошо зарастают. Если древесневшие побеги обрезать, эти раны как бы пробковеют, то есть обрастание их не худшим считается вариантом, чем вот этих вот, срезов зеленых побегов. Срезы не обрабатываются ничем? Срезы не обрабатываются. Срезы обрабатываются на старой древесине. Вот такого плана древесина, видите, поврежденная на взрослых старых деревьях. Значит, можно замазывать эти срезы. Садовым варом. Но лучше обрабатывать их масляной краской. Масляная краска или водоэмульсионная краска. Значит, нитрокраска считается не очень хорошим вариантом. Значит, в любом случае эти срезы должны быть замазаны. Как видите, вот замазанный срез, и он начинает обрастать уже валиком. Вот, валик этот скоро как бы обрастет эту рану.
срезать нужно выполнять также правильно, чтобы они впоследствии зарастали. То есть не должно быть пеньков и очень таких срезов глубоких, которые повреждают как бы скелетные ветви. Значит, перпендикулярно обязательно должны делаться эти срезы, и тогда это минимальная площадь раны должна быть, тогда она зарастает такими камбиальными слоями и валиками, и дерево как бы нормально восстанавливается. Телезрителям я хочу пожелать хороших сортов. Во-первых. Во-вторых, не делать ошибки на уровне планировки сада, то есть разбивки его, схема посадки должна быть предусмотрена правильно изначально. Исходя из того, значит, на какую формировку вы рассчитываете. Если это чашевидные деревья с большими раскидистыми кронами, то и садить их нужно по схеме 4 метра в ряду, 5 метров в междуряде, даже и садят их и по большей схеме. Если это более интенсивное насаждение, вот такого типа, как V-образная система, или колоновидная, или Y-подобные формировки, значит, здесь можно более плотное насаждение делать через 2,5 метра, через 3 метра, значит, либо садятся рядами, вот Y, когда это тура, формировка 1,30 м в ряду и междуряде как бы 3-4 метра. Значит, где-то изначально нужно правильно сделать разбивку. Также хочется упомянуть о том, что для деревьев необходимо выполнять посадочные ямы. Значит, так же, как и для винограда. Эти ямы должны быть заправлены удобренной смесью, перегной, чернозем как бы и заболением золы. Вот. Такие деревья очень хорошо развиваются. Как видите, значит, это деревья 2009 года посадки, вот имеющие такой вот прирост, и как бы я считаю, что это хорошее развитие деревьев. В дальнейшем необходимо проводить такие мероприятия, как обработка грибковых заболеваний, поскольку это является основным мероприятием по защите от деревьев, от болезней. И на втором месте стоит обрезка. То есть без обрезки деревья персиковые очень быстро погибают. Они самоистощаются, перегружаются урожаем. Как правило, они живут 5-7 лет, если ничего не делать с такими деревьями, не обрабатывать, не подрезать. Это обычное явление у нас здесь сплошь и рядом распространено. И есть такое как бы предвзятое отношение, что персик долго не живет. Да, но он долго не живет, действительно, только лишь в том случае, если как бы им не заниматься. Если деревьями заниматься, обрабатывать их вовремя от грибковых болезней, от вредителей, значит, делать мероприятия по хорошей перезимовке, по качественной, то есть приствольной круги, влагозарядку, такие деревья живут долго. Есть деревья, персиковые сады возрастом по 35 лет. Вот. Поэтому я желаю всем как бы делать правильное мероприятие. Правила мероприятия, значит, по защите деревьев, по обрезке, и думаю, что каждый сможет достичь результатов. Ну, а мы встречаемся. Да, ну, а мы теперь встретимся с вами на дегустации. Шановні телеглядачі, якщо ви серйозно займаєтесь садівництвом та городництвом чи вирощуванням квітів і зможете поділитися своїм досвідом з телеглядачами, у вас є чудова можливість стати учасником нашої програми. Телефонуйте 49345 або 050 255 63 23. Торгово-консультаційний центр «Зелений світ» – це унікальна можливість протягом року придбати насіння квітів, сільськогосподарчих культур, посадкового матеріалу, мінеральні добрива, ґрунт, хімічні засоби захисту рослин, садовий інвентар та інші необхідні товари високої якості та за доступними цінами. До ваших послуг – студія ландшафтного проєктування з професійними консультаціями фахівців. Мережа центрів у нашому регіоні знаходиться за адресами у місті Лисичанськ, вулиця Червоногвардійська, 63, у Сєвєродонецьку, проспект Хіміків, 37А, у місті Рубіжне, вулиця Менделєєва, 27. Торгово-консультаційний центр «Зелений світ». З повагою до природи, з турботою про врожай.